Вместо водоканала – Центр развития коммунального комплекса, сокращенно ЦРКК. Новые вывески появляются на водозаборе, насосно-фильтровальной станции и очистных сооружениях Назарова. Временно отвечать за водоснабжение в городе будет теперь не частная компания, а это государственное предприятие. Центр развития коммунального комплекса назначен администрацией города временной эксплуатирующей организацией. Глава Назарова Сергей Сухарев говорит, несмотря на сжатые сроки и передачу учреждения в новогодние праздники, предприятие уже показывает высокие результаты. Совместная работа в декабре месяце и в начале января, она показала, что компания с задачей на сегодняшний день справляется. Новогодние праздники, вот жители города здесь стоят, не дадут мне слукавить. Весь город получил услугу в полном объеме и должного качества. Компания уже сформировала Назаровское производственное отделение, диспетчерскую службу и абонентский отдел для работы как с жителями, так и с предприятиями города. Офис базируется на Борисенко 23. Всем организациям города до 31 января необходимо заключить договоры на предоставление коммунальных услуг. Радостной новостью для жителей Назарова стало то, что суммы заводу в платежках в первом полугодии не вырастут, лицевые счета останутся неизменными. Подавать показания счетчиков, как и прежде, нужно с 1 по 25 января через личный кабинет на сайте красинформ.ру или в единый расчетно-кассовый центр. Это касается как многоквартирных домов, так и частного сектора. Потребителям первая квитанция за воду и водоотведение за январь месяц пойдет, как и положено, до 10 февраля будет представлена. То есть потребитель будет такую же квитанцию получать, как и ранее. Туда же может обращаться в то же окошко, принцип одного окна, это в ЕРКЦ. И оплата будет осуществляться в том же самом порядке, по тем же самым тарифам. На сегодня в штат Назаровского ЦРКК принято больше 250 человек. Это бывшие сотрудники водоканала. Зарплату работникам оставили на прежнем уровне, поэтому и коллектив перемены воспринял спокойно. Мы перешли, так скажем, плавно и безболезненно. Что вот перешли, ну, начальство нас новое, которое нас говорит, что будет только все лучше нас, вот, и мы в этом, как говорится, мы верим в это. Конкурс на право обслуживать назаровцев в ближайшие несколько лет состоится ближе к лету. Центр развития коммунального комплекса намерен принять в нем участие. Елена Сенкевич, Светлана Саенко, Дмитрий Шевцов, Енисей. Новости.